Я буду открывать целых 4000 всех контейнеров, которые есть в танках онлайн. Прямо сейчас напишите, как вы думаете, сколько выпадет кристаллов мне сегодня со всех вообще контейнеров. То есть 4000 разных контейнеров. Кто угадает и будет ближе всего, тот получит от меня промокод на 5 контейнеров. Всем привет, друзья, с вами BigTanks, и сегодня я буду открывать целых 4000 всех контейнеров, которые есть в танках онлайн. То есть это контейнер XT, это контейнер обычный, это контейнер недельный, это старый недельный контейнер, такой серенький, и обычный в ТО Mobile контейнер, тоже мы его, ящик со сходниками он называется, мы его тоже откроем. То есть все контейнеры, 5 контейнеров существует, и все мы их откроем просто в огромном количестве. Поэтому, ребят, прямо сейчас поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы прям вообще у меня была мотивация еще копить и прочее, вообще классно было. Вот. Поэтому мы на этом аккаунте откроем, то есть это будет на нескольких аккаунтах, как вы поняли. На легенде у меня есть XT, у меня есть недельный контейнер, на другом аккаунте у меня есть старый недельный контейнер, еще на другом аккаунте у меня есть обычный контейнер. То есть я как бы накопил как можно побольше и решил для вас такой вот классный ролик записать. Поэтому с вас опять же лайк, подписка на канал. Как только вы поставите лайки и подпишитесь, я начинаю открывать контейнеры. Вот, давайте начнем с того, что... Что может выпасть такого огромного количества? Я думаю, что всего, вот примерно, вот прямо сейчас напишите, как вы думаете, сколько выпадет кристаллов мне сегодня со всех вообще контейнеров. То есть 4000 разных контейнеров, сколько суммарно на все аккаунты мне выпадет кристаллов. Но вы можете написать свои предположения в комментарии, тот, кто угадает и будет ближе всего, тот получит от меня промокод на 5 контейнеров. Давайте, в общем-то, начинать, не будем тянуть, я прямо сейчас перезахожу на другой аккаунт. Это аккаунт, вы, наверное, его помните, но... Вот просто, вот вы его узнаете, но как вы думаете, что же это за аккаунт? Ну, а мы идем сразу на него. И это аккаунт Noob на M0. Да, именно на этом аккаунте у меня 1000 недельных старых контейнеров, и мы прямо сейчас эту 1000 откроем. То есть вы помните, что раньше были у нас... Почему старые, да? Потому что недельные контейнеры когда-то они назывались, но потом в недельные контейнеры добавили танкоины, и в старых как бы танкоинов нет, и чтобы игроки не фармили вот так вот быстро, то разработчики просто сделали новый недельный контейнер, а в старом падает все то же самое, что и в этом, кроме танкоинов. Ну и старые уже никак не заработать. Поэтому... Прямо сейчас мы открываем старые недельные контейнеры в один клик. Давайте. Раз, два, три. Так, 3 миллиона. Ух, как я забыл уже, сколько всего падать может с этого дела. 60 тысяч каждого припаса. Просто нуб на М0, на легенде у меня всего М0 припасов, батареи. Куда мне их тратить? Я не знаю, это вообще никогда в жизни не потратится, потому что на этом аккаунте... Все М0. Ну, типа, все М0, мне выпало 3 миллиона кристаллов. Что делать, я не знаю. Просто все, вообще, у меня ничего нет, ребят. Только, а, вот, резист прокачал. А, нет, просто купил резист на 3 часа, когда записывал рубрику, чтобы для... против нуба на М3, чтобы я сильно, ну, не проигрывал на его фоне, вот. И хотя бы не ваншотился. Поэтому, все, вот как бы, вот так вот у меня теперь 4 миллиона 600 тысяч кристаллов. Ни хрена себе. Это просто... У меня даже красок нет. У меня просто даже нет красок. Смотрите, ребят. Просто жесть. Я не знаю. Это просто легендарный аккаунт. Я на нем вообще не буду ничего, наверное, покупать. Ну, потому что это только рубрика Noob vs Pro. Вот. То есть, ну, против Pro, да. VS. Вот это я придумал, конечно. Ну, в общем-то, давайте мы прямо сейчас переместимся на следующий аккаунт. И на следующем аккаунте тоже откроем контейнеры. Какой же следующий аккаунт, спросите вы? Я отвечу. Лол Кекрасбан. На этом аккаунте, на Оранте, мы откроем 1131 обычный контейнер и посмотрим, что же выпадет. У меня прямо сейчас на этом аккаунте просто огромное количество. Это мой самый топовый аккаунт. Я давно на нем коплю кристаллы, все коплю. И, в общем-то, у меня 35 миллионов кристаллов здесь. У меня, как бы, на челлендж на нем тоже пройден, как видели видос уже в начале месяца. За 4 дня в этот раз, правда, прошел. Ну, печально, да, типа, обычно у меня 2 дня, день-полтора. Но тут-то так получилось. Но ничего. Дальше что мы делаем? Мы просто берем и открываем вот эти все контейнеры. Я сейчас зайду в ТО Mobile и с мобилки быстренько открою, потому что, ну, с мобилки на самом деле это быстрее делается. Так я могу 1000 контейнеров открывать около часа. То есть я проверял когда-то давно, открывал в течение часа. Но с ТО Mobile это будет гораздо быстрее. Поэтому погнали в ТО Mobile. Он же мобайл. Итак, ребят, открываем эти контейнеры вот таким вот способом с мобилки. И давайте я вам покажу, как это все быстро открывается. Но, кстати, можно, по ходу дела, еще
открыть ящик со сходниками. Это тот именно контейнер, которого, ну, нет в ПК-версии нигде, и поэтому вот это пятый контейнер, который есть в танках онлайн. К сожалению, с него падает, ну, просто говнецо. Потому что, ну, как бы, это халявный контейнер, его можно фармить каждые, по-моему, 6 часов и бесплатно открывать. Это тоже для бездонатеров, вот вам на заметочку, ребят, залетайте, тоже я на бомже забираю такие припасики себе на халяву. Вот, давайте же откроем, у меня вот 1116 контейнеров, как и было, и мы вот по 15 вот таким вот образом открываем. Не ждем, пока мне покажет, что там мне должно выпасть, просто резко открываем все и вот таким вот способом. Мы сейчас это все будем делать. То есть просто, бесконечно, очень быстро. И я думаю, что главное, что мы запомнили, сколько есть кристаллов, что теперь мы можем понять, сколько же в итоге выпадет. Там выпало 3 миллиона, ну а здесь посмотрим. Поэтому все, я погнал, по фастику буду открывать это все дело. Итак, ребята, все контейнеры открыты, теперь у меня 0, но добавилось целых 4 миллиона 56 тысяч кристаллов. То есть, с открытия 1100 контейнеров мне вот столько выпало. Очень много, наверное, выпало несколько раз по миллиону, потому что, ну, как-то реально дофига. Ну и плюс я не видел именно то, что падал миллион, потому что открывал и так быстро перематывал, чтобы по фасту открыть. Вот, и выпало в итоге у нас с двух аккаунтов уже 7 миллионов. Ну, примерно, да, плюс-минус. Округляем, 7 миллионов уже с двух. Идем дальше. Итак, ребзя, давайте открывать недельные контейнеры на легенде. В общем-то, 2001 недельный контейнер. Это очень много. Я думаю, что такое можно накопить за несколько вообще лет. Прям очень, если все выполнять, во всем всех конкурсах участвовать. Прям пипец. Ну, давайте же откроем, посмотрим, сколько же выпадет танкоинов и кристаллов. Кристаллов должно около 6 лямов выпасть, но... А танкоинов, вот я уже и не помню, сколько вообще должно падать, честно говоря, уже забыл, сколько всего падает. Недельные контейнеры, 2001 контейнер, нажимаем по одной кнопочке открыть и открываем. Раз, два, три. 6 миллионов! 120 тысяч, ни хрена себе! 120к нарки, нифига себе! Так, и батареек, наверное, штук 40, наверное, да? 20 тысяч, все. И танкоины. Танкоины. 6 тысяч. Блин, это так мало, это пипец. 6 тысяч танкоинов. Пипец, ну вы скажете, блин, это много, можно столько всего купить, но... 6 тысяч танкоинов, это, блин, с 2000 недельных контейнеров всего 6 тысяч танкоинов. Ясно, понятно. 6 тысяч танкоинов, ребята, это... Блин, это, ну сколько, ну 1500 рублей. 1500 рублей, это 6 тысяч танкоинов. То есть 2000 контейнеров, то бишь 1500 рублей мы должны заработать за несколько лет, вот так вот откладывая недельный контейнер. Я считаю, это просто пипец. Ну, не очень честно, прям вообще мега нечестно. Потому что, ну, за столько времени и то, блин, даже если 6 тысяч, что мы за 6 тысяч купим? За 6 тысяч 50 ящиков. Пипец, просто за несколько лет 50 ящиков. Давайте откроем последний контейнер, это у нас будет контейнер XT, и с него мне, по идее, должны выпасть кристаллы. Ну, давайте же посмотрим. Кстати, в итоге у нас в сумме сколько уже? 13 миллионов, да, получается? Вроде как 13 миллионов, да? Ой. Это кристаллы. Да, я увидел, как прибавились. 500 тысяч или 20 тысяч? 500, еее, 500 тысяч, да, детка, 500 тысяч кристаллов. Итого у нас получается 13,5 миллионов кристаллов мне с этого всего, с этих всех контейнеров выпало. Сейчас на моем аккаунте 491 миллион кристаллов, это вообще просто нереально огромная сумма, куда их тратить, у меня все уже есть, и обычно я дарю синие шары, поэтому предлагаю в этом ролике, кстати, тоже сделать такой конкурс и разыграть 10 синих шаров и 10 промокодов на контейнеры. Кто хочет получить, просто пишите в комментарии свой игровой ник и вообще любой комментарий, в итоге чей комментарий будет без единого лайка ровно через 24 часа, тот автор получит
5 синих шаров и 5 контейнеров. То есть будет всего 2 победителя. Будет 2 победителя, которые разделят вот этот огромный призовой фонд. Поэтому участвуйте, будет прикольно. Почему бы и нет? Я такого не делал. Вот, тем более кристаллов много. Вот, также, кто хочет получать синие шары, хочет вообще каждые 2 недели, то переходите в Discord сервер. Там я просто так, за то, что вы ставите лайки на мои видосы и отправляете скриншоты в чат Дискорда, я просто так отправляю синие шары вообще всем. То есть там вообще всем, хоть 100, хоть 200 человек. Поэтому просто заходите, посмотрите, вдруг кто не знает. Поэтому все, на этом будем заканчивать, ребят. Такой ролик получился. Надеюсь, он вам понравился, потому что я старался, копил все это дело на разных аккаунтах. И я думаю, что получилось круто. Я вообще доволен. Столько кристаллов, 13,5 миллионов вообще на дороге не валяется. Поэтому будем их как-то вам разыгрывать. Поэтому все. С вами был Big Tanks. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока, друзья.